8-3. Топ мили вырывает еще один раунд. Один раунд до матчпоинта, два раунда до победы. Два раунда до победы. И смотрим, что будут делать топ мили. Они, возможно, уже думают, что все, победа. Но СС сколько? СС буквально взять 4 раунда. То есть, и уже... Они, так сказать, удивляют. Удивят то ТМ и, возможно, уберут им какую-то мораль победы. Но чтобы сделать такой мощный камбэк, действительно нужно терпение, так сказать. Терпение, понимание, старание. Тем временем шаманчика коцают баллисты. Белик забирает шаг демона, марихуана разменивается по белику. 3 в 3. 3 в 3. А, 2 в 3. 2 в 3. Что-то я пропустил. Медведева убили, запускают в вертолет ТМ и уходят. У тени полная ХП, у шаманчика 36. Пока бегают, просто бегают по карте ТМ, как будто бы не знают, где что, куда что, как что. И марихуана взрывает тень, но до этого тень успевает выпустить баллисту. Вот это реакция. И шаманчик остается один. И его забирают. 8-4. 8-4 счет. Если, конечно, СС дадут камбэк, это будет что-то. Это будет что-то. Смотрим за действиями ТМ. Делают то же самое. Пытаются, по крайней мере. Также идут к вертолету. Надо быть очень внимательным. Смотрим, Медведев полетел на вертолете, тень пытается воевать тут, так же как все и остальные. Ребята пытаются работать от минуса, понимают, что им осталось совсем чуть-чуть. И Медведев летит к пленту Б. Смотрим, ну ты в меньшинстве. Не надо явно ставить плент, но я не знаю, даст ли им это СС. Марихуана взрывает сама себя. Вот, ставит белик плент. Бомба была установлена. Ставит белик плент, его чуть ли не минсу с Борист. Тень, шаманчик переворачивает раунд, и неужели это будет 9-2? Ой, 9-4. Неужели начнутся матчпоинты? Эгоист минусует шаманчика. 2-1. Зачем куда-то лезть, если нужно просто потянуть время можно? Ну тут, мне кажется, все, раунд за ТМ. Просто не успеет, да. Ну и убивает белик эгоиста. И счет становится 9-4. Один раунд остается ТМ до победы. Пишет мне Зев, тащим, да, тащите, ребята, на здоровье, я же уже быстрее хочу уже закончить свою работу. Граната! Медведев минусует шаг демона, 3 фрага, ТМ до победы. И 2 фрага, ТМ до победы, белик убирает Зимера. Эгоист сопротивляется, убирает шаманчика, ставится плент. Тень задержит одного с кем-то.
Оставили плент на Б. Чуть-чуть осталось ТМ совсем. Продержаться буквально 20 секунд. Медведев забирает марихуану. Остается вроде бы эгоист. Один эгоист минусует тень. У него около 10 секунд. И маска спасает эгоиста. Все. Все. Ай, блин. Начало миссии. Победила красная команда. Ну что сказать, дорогие друзья. Закончился фан-турнир на ФБ, БН и так далее. Спасибо командам за участие. Спасибо телезрителям, кто смотрел нас. С вами был Дмитрий Акунин. До новых побед, друзья.